Всем привет! Мы играем в миллионеров. Мы строим миллионерскую нашу империю, миллионер-тайкун. У меня вот легко уже зарабатывается миллион. Вот я только с вами начал разговаривать, и у меня уже... Ба-бам! И 1 миллион. Катя пока еще нубик. Можно пойти посмотреть, какая же там Катя нубик. А где Катя? Это вот Катя, вот по-моему, вот это, да, Катя? Да. А ну посмотрим. Можно я тебя убью? А тебе это поможет? Да. А как ты меня убьешь? У тебя есть меч какой-то? Ах ты, вонючка, смотри какая. Эй, а что это тебе дает, кстати? Меня в прошлый раз убивали, я так и не понял. Я не знаю. Хорошо, надо взять меч, наверное, да? Короче, у меня вот всякие такие... Давай пистолетик, или там мне повыше есть что-то другое? Повыше есть что-то покруче. Вот у меня тут всякие такие машины денежные. Да, один. Один. Вау, у меня есть меч. Е-е-е, крутой меч у меня. Давай посмотрим, что тут у меня. Я уже давным-давно играл. Кто-то, может, видел наше видео это старое, вот, можете написать. Кто смотрел мое старое видео. Вот второй этаж, тут по 2000. Тут уже даже всякие такие кепочки можно одевать. А ну, а можно одевать? Что-то я не пойму, как я их одевать. А ну, ой, да, вот у меня крутая кепочка. А это что? Шарфик вот такой крутой. А, у меня 4 миллиона кэша. Вот я ее раз и забрал. Так, у меня есть 7 миллионов. Надо идти тратить. А что этот дядька тут делает? Кстати, я вот что-то купил, деньги какие-то. Так. Какой-то дядька, что? Привет, банкир. Прийти ко мне. Уже прийти к тебе? Да. Я же еще ничего не сделал. Ну ладно, ты хочешь, чтобы я тебя убил теперь? Нет. Так, где наша Катя? Где выход? Вот. Бум-бум. Так, Кать. Смотри. И где Катя? Кстати, моя цель на сегодня, где там дом? Вот, тот дом. Хочу купить себе дом вот тот на облаке. Окей. Посмотрим, получится ли, успею ли я его купить за одно видео. Итак, вот привет, лунокорник. Привет. Это что было? Эй! Короче, все, я больше к тебе не приду. Она взяла, прыгнула непонятно куда в облако и шмякнула меня по башке мечом. Окей. Короче, я иду строить свой дом. Кстати, мои миллионы не пропали? Нет, 10 миллионов есть. Так что все окей. Я вообще не понимаю, зачем этот dual plank, что это такое? Я надеюсь, я не буду сейчас таким? Нет. Ну, неважно. Так, я тут все купил на этом этаже? Вроде да. Remove heads. А, ты меня убила, у меня пропала кепка. Во, вот такие кепки. Хочу кепку. Вот тот шарфик как-то он не очень. Хочу кепку и иду наверх, что-то мне продолжать строить. Я же хочу себе дом на облаке. Да. Так, что там за 1000? Вау, я таким могу быть? Посмотри на меня, Катя. Я невидимка какой-то такой крутой. Так, а это что? Вау, это даже круче. Я хочу быть таким. Все, я супер крутой. All drop 10k, это что такое? Не знаю. Так, а, ну в смысле все по десятке дают. О, еще какие-то дропперы тут, смотри. Нормально. Папа, открой свою дверь, плиз. А, ты хочешь зайти? Да. Так, а где у меня дверь? Вот тут. Па-бам! А как ее открыть? А, open gate. И пям. Все, закрыл дверь. А выйти ты сможешь? А, ты сможешь спрыгнуть, если что? Да. Страшно! А, я упал. А, Катя! Берегись, Катя, я иду к тебе. А видишь, какая у меня уже крутая эта миллионерская моя штука. Так, рамп, надо все покупать. А, у меня нету денег, а где кэш? Вот мой, 4 миллиона кэш. А Катя где-то спряталась, да? Ну, неважно, я делаю кэш. Я здесь делать деньги, а не драться. Что здесь? Я могу что-то купить? Wall set. Next floor. О, я могу купить. Все, у меня есть второй этаж. Пилор надо. У меня уже нет денег, да? Надо взять деньги. Купить пилор. Что такое пилор? А, колонна. Ха. Так, все. На этом этаже я опять все купил. Вот я крутой, смотри. Мне кажется, мои миллионы капают вот так просто очень-очень быстро. Пойдем посмотрим, что там на втором, на каком втором, на следующем. О, вот, еще один этаж, и вот мой тайкун. Вау, крутой. Катя где-то ушла, ты уже у себя там что-то строишь, да? Кэш-коллектор. Вот у меня есть миллиончик. Что я могу за миллиончик? Коврик могу разве что постелить.
Теперь надо зарабатывать еще на workstation. Есть! А зачем мне workstation? Она же не дает денег. Мне дают деньги, что-то другое. Всякие... Да. Эти, что? Я тебя не убил. Открой свою дверь. А, ты опять пришла? Да. Hire worker. То есть я могу нанять воркера, он будет работать, и что? Он будет мне зарабатывать деньги, не? Да, он делает serious cash. По 60 тысяч капает. Ну ладно, пойдем к Кате откроем двери. Может всем открыть, а? А то что-то это... Пускай заходят, мне не жалко. Все. Двери открыты. Тут еще я бы сделал что? Я бы сделал здесь лифт. А то спрыгнуть можно быстро, а подниматься надо вот так вот. Па. Да. А я пошел наверх уже. Я хочу достраивать, новые машины денежные ставить. Вау. Я такой крутой. Так, волсы. Где мои кэши? Кэши у меня есть. 4 миллиона. Па. Да. Убей меня. Убить тебя? Зачем? А, у тебя какие-то... Короче, у Кати сапоги, староходы какие-то, которые очень быстро бегают. Так неинтересно. Так, вот, вот, если там машины были... Катя, ну ты супер быстрая. А, это у тебя такие кеды где-то там? Я понял, у меня... Тоже. Есть! Ее, получилось. Подалась. Ну ладно, спасибо. Так, я понял, если там машины внизу капают деньги, то здесь человеки какие-то, вот люди зарабатывают деньги. По 60 тысяч они вот им капают. Вот они сидят за компьютером, что-то там, не знаю, ничего не делают, но зарабатывают деньги. Нормально? Надо купить еще одного. Раз. И купить 4 миллиона стоит новый воркер. Зато денежки будут быстро заработать. Эй, а где? А ну посмотрим, где Катин? Вот, Катин, второй этаж. Привет, Катя! Вот я попрыгаю тебе. Видно меня? Вау, ну Катя высокая, высоко прыгает. Так, я надеюсь, я смогу купить дом. Это еще один этаж, и у меня будет дом. Так, надо воркера нанимать, работника. 4 миллиона. Есть, есть. Давай, работник. Мне надо serious cash. Мне надо кучу-кучу денег, чтобы мне было много-много кэша, чтобы я мог купить себе дом на облаке. Я надеюсь, я куплю его. Катя пока еще нубик. Отдохну. Ну ты же нубик. Первый раз, ну не первый, очень редко, что Катя нубик, а я какой-то про. Потому что обычно Катя всегда про. Это мой первый раз, что я играю. А я зато сегодня про. Так, 4... Нет у меня денег. Оду. А ну. Так, новый workstation. И нужен новый работник. 5 миллионов надо. Как быстро оно мне будет 5 миллионов? А ну-ка. 1,5 миллиона, 1,600, ну да, надо чуть подождать. Можно сходить к Кате, посмотреть, как у нее дела, да? Или стенки пока построить. Что лучше, стенки и работник? Давай, сейчас я найму одного работника за 5 миллионов и схожу к Кате, посмотрю, как она. И пока пойду к Кате, у меня заработаются деньги. А что это за... Вот там вот какой-то непонятный, возле Катиного дома, непонятное какое-то помещение. Надо туда сходить в разведку. Так, я могу купить работника. Работник пускай тут себе мне зарабатывает деньги. А я иду погуляю к Кате. Третий. Так, давай стены купим. Ой, только я ж теперь не могу прыгнуть. Я купил стены, я теперь не могу спрыгнуть к Кате. По лестницам придется идти, что ли? Нет, я спрыгнул к Кате. А по дороге к Кате я зайду сюда. Что это такое? Мегавип? А, нет, это за робоксы. Не надо. Это только две вещи. Подумаешь. У меня все равно самый крутой костюм. Посмотри на меня. А? Я просто крутезный чувачок. Ага, лунокорник. Ой. Оп, сори. Епа, это моя калитка. Ага, то есть мне надо опять выйти? Я открыла. Окей. Так, идем к Кате, посмотрим, что же там. Какая Катя крутая. Тут у нее какие-то самолеты, ковры и так далее. Так. А ну, а где Катя? Привет, Катя. А я могу тебе свои деньги тратить, нет? А ну? Не могу. Я на твои кнопки не могу нажимать. Вау, какой мой дом крутой, посмотрите. Вау, я чуть не выпрыгнул. Вот это моя империя. Там я делаю деньги. А тут Катя делает по чуть-чуть деньги. У меня по 60 тысяч уже каждый тот работник делает. А Катины вот эти вазочки всякие по 300 баксов максимум. Так что, Катя, так ты нубик. Как быстро идет деньги? 9 тысяч, 10 тысяч. Так у меня уже там 10 миллионов, наверное, больше. Да. А ну, идем посмотрим, сколько у меня там 10 миллионов. Или уже 20, наверное.
Сейчас купим всех работников. И, возможно, купим новые этажи, там купим дом на... на облаке. Будет круто, если будет дом на облаке. Очень хочу посмотреть, какой же он там. Так. И... Элис. Я к тебе приду. Заходи. Будем вместе тут движнячить. У меня 21 миллион, 24 уже у меня насобиралось. Покупаем нового работника. И у меня он делает еще больше денег. Так, что здесь? Еще могу что-то купить, стенки какие-то. А еще работников нельзя сюда нанять? Так, девайс, а ну. Ага, стенки такие. А работников нельзя? Я хочу работников, чтобы больше денег иметь. Что это? За 6 миллионов можно купить декорации какие-то. А, они дают больше денег декорации. Вот эти деревья. Так, за 7 миллионов что я куплю? Еще декорации. Это я дерево покупаю всего-навсего. Одно дерево за 7 миллионов. Так разница, смотри, этот по 60 тысяч зарабатывает, а этот по 90. Я зашла. Катя зашла, очень круто. Так, 7 миллионов новая декорация. Короче, одно какое-то дерево стоит 7,5 миллионов. Я в шоке. Я просто в шоке. Какое-то одно там паршивое дерево, вообще никакое. Так, 7,5, давай, раз. И... Та-дам! Все, у меня новый работник с новым деревом. Еще осталось 2 дерева здесь купить. Хочу новый этаж, хочу дом на облаке. Надеюсь, успею его купить. А ну. Я же не могу видео сделать на 2 часа. Правильно? Так, мне надо 8 миллионов. А ну. 5. 6. Да. Дорого деревья стоят. Но зато потом больше зарабатывают мои вот эти чувачки. Если здесь по 60 капает, а сколько ж там? А ну-ка. Пиу. Так. Тут по 60, а тут что бегает? По 20-ке, да? По 10-ке, по 20-ке. Ну да, по 60 это получше. А, по 90 с деревом. Так, 6 миллионов, я покупаю новое дерево. И за 8,5 будет еще одно дерево. А что будет дальше, интересно? Катя идет ко мне в гости. Катя, тебе надо мои лунные шузы. А, ты хочешь прям запрыгнуть ко мне на этаж? Нет, не быстро это. Так, есть у меня мои 8,5 миллионов, покупаем новое дерево. Зарабатываем кучу-кучу денег. И что дальше? Кофе. Да. 100 тысяч. У Кати 100 тысяч, у меня 5 миллионов. О, у Кати уже 3 этажа, йоу. Катя крутая. А у меня, знаешь, сколько стоит кофемашина? Сколько? Кофе плюс снэк тейбл 10 миллионов. Вот у меня вот кнопочка. 10 лямов за какой-то кофе and snack table. Но оно делает больше ты денег. Ты хочешь такой быстрый, как я? Не, не очень. Я не люблю быть быстрым. А где мой кофе тейбл? Не понял. Ты не дожал. О! Это только у одного чувачка кофе тейбл. То есть теперь мне надо каждому чувачку купить кофе и снэк тейбл. Но зато он теперь зарабатывает по 140 тысяч. Так, смотрим на Катин домик. И... Вау, я чуть перепрыгнул к Кате в домик. Ну, я тогда иду к Кате в гости. Что? Смотри, ты можешь вот так запрыгнуть. Ну, это если я буду тебе тапки. Я не знаю, где это они. Вот где-то внизу, да? Там. А, вот, да, Rocket Boots. Надо было их обуть. Ну, я уже без них тогда. Так, что там у Кати? У Кати есть 3 этаж, и она зарабатывает по 400 баксов. О, смотри, тут у меня 100 тысяч. У Кати 100 тысяч уже. А я пойду быстренько заработаю, заберу своих 20 миллионов. Вау, крутой у меня дом. И куплю еще один кофе-тейбл, или 2 даже. Кофе-тейбл — это столик для кофе. Да. За 10 миллионов! Сколько он там стоит? Ужас. Вот в этой игре нужен лифт. Вот где разработчики? Вот что вы лифт не придумали? Я же супермиллионер, у меня миллионы-миллионы денег, и я должен вот это пешком по лестнице ходить, а? Придумайте нам лифт, чтобы я вот это не мучился. Так, вот наш последний этаж, покупаем, не покупаем, берем деньги и покупаем этому кофе-тейбл, и начинаем зарабатывать еще быстрее. Привет. Где Катя? О, привет. А Катя только бегает, прыгает на своих рокет-бутсах. Так, мне надо сколько? Уже 13 лямов надо.
Есть 11 почти. Не почти, а 11. Я тут просто тусуюсь. Катя тусуется, а я своим работникам делаю комфорт. Я им купил по дереву, а теперь я им покупаю по этому, по кофе-столику. А, еще, наверное, в декорацию ушла вот эта вот фотография вместе с деревом. Да. А, я костюм! А где мой костюм золотой пропал? Я случайно потерял где-то свой золотой костюм. Надо его надеть срочно. Надо надеть костюм. Где он? А, вот. Во! Вот такой должен быть я. Зеленые туфли. Шикарный костюм золотой. Пенсне. И вообще я такой модный-модный. А шляпа какая крутецкая. Так, я думаю, что я заработал уже на все кофе-столики. Что будет дальше? Кофе-столик есть. Дальше. А что дальше? Апгрейд-монитор. Короче, я этим работникам только должен все апгрейдить. Я им по дереву покупал. Кофе-столики. Монитор теперь надо апгрейдить. И он стоит 16 миллионов. Это каждому надо апгрейдить теперь монитор? Я в шоке. Ну давай. У меня 12 пока только есть. Сейчас. Так капец. Так у меня крутые работники. По 16 миллионов денег у них эти мониторы. Сейчас куплю. И 16. Поехали. 4 флорс. Так, 170. У Кати 4 этажа уже. Крутая Катя. Короче, а я на этом этаже немножко застрял. Потому что... А я крутой, смотри, какой. Ой. Я очень себе нравлюсь. Я прям такой красавчик. Так, у Кати уже 4 этажа. Это круто. А я реально застрял на этаже. Ты сейчас этажи быстро делаешь, а я все на одном том этаже работникам кофе-столики покупаю. Сколько денег у Кати? Сколько там было? Ну вот куча целая, вот это вот меня удивило. А-а-а. А там 13 тысяч сейчас. И па-бам! Я иду домой. Короче, зашел к Кате, погулял. А теперь иду домой смотреть, могу ли я купить новый, что там, монитор для нового сотрудника. Я думаю, что могу даже для двоих сейчас. А ну, проверим. Сколько? Та-да-дам. У меня должно быть 30 миллионов. Ну, я, конечно, недолго у Кати гулял, но чуть-чуть погулял. Где мои 30 миллионов? Да, где первый банкер. Банкер? Да, работник. А-а-а. Так, 18 миллионов. Вау, 20 следующий. Не могу пока купить второму тоже это монитор, потому что они все очень дорогие. Так, мониторы точно сейчас сделаем, а потом посмотрим. Если придется еще им какие-то делать, не знаю, развлечения, то, наверное, мы будем на этом заканчивать. Я думал, что мы успеем реально дом вот тут построить мне на облаке. Ну, не знаю. Может быть, перенесем на следующее видео. Ну что, мне сейчас всем еще надо сколько купить? Раз, два, три. Три монитора апгрейдить надо. Ну, уже два. Сейчас я один куплю. Раз. Два еще апгрейдить монитора. Где-то им надо 50 миллионов мне. Класс. А мне надо 150 тысяч. И всего-навсего. У меня вот 9 миллионов, я ничего не могу купить. Представляешь? Да, дожился. Что имея 9 миллионов, некуда потратить. Бедный папа. Угу. Бедный, несчастный я. У меня некуда потратить 9 миллионов денег. Я в золотом костюме своем ты таком что, хожу. Я там не стою у тебя. А, я думала, это у тебя А смотри, а как тебе мой костюм, а? Я просто тащусь. Ты агли. Вот, агли. Я просто тащусь от того, как я выгляжу. Вот стоило вот это видео записать только ради костюмчика. Костюмчик, конфетка. Пишите комменты, как вы считаете, как вам мой костюмчик. Он мне очень нравится, прям обалденный. У Кати 60 тысяч. А посмотрим, сколько у меня. Окей. Лямов 30, я думаю, должно быть. 200 тысяч, па. Вау. Кате 200 тысяч. Ну что такое 200 тысяч, если мне надо 20 с чем-то миллионов на... А, на монитор. Монитор. Да не бывает таких мониторов, скажи. Да. Макс хочет какой-то там самый крутой гейминг-монитор. Он присмотрел. Стоит 2,5, по-моему, 1000 фунтов. Да, но это самый-самый крутой, который только есть. Так, у меня 34 ляма. Я могу купить здесь, бум. И 20... Так, все, я сейчас могу купить второму монитор. Последнему. И что будет дальше? А ну, скажите мне. Дальше я могу... Extend Office Dividers. Ага. То есть что-то, возможно, сейчас я смогу этот второй этаж построить. Ну, не второй, а следующий. Но мне надо для этого много денег. 12-15 хотя бы для начала. Так, у меня есть 11.
И? У меня есть 12. А ну? Тудум! Выше крыши. И что, я? Они стали больше зарабатывать, что ли, если стали выше крыши у них? Да не стали, неа. Зря потратил деньги. Front walls плюс roof. Так, стены, крыша и под... Еще надо 28 миллионов. Папа, у меня следующий левел, то есть... Этаж? Следующий этаж за миллион. Вау, миллион. У меня тут вот какие-то непонятные штуки по 15, по 13. Ну миллион это круто, Катя. Ты уже, значит, миллионер. Задача какая? Стать миллионером. Ты уже стала. Ля-ля-ля. Следующая задача – купить себе золотой костюмчик. Как у меня. Он шикарный. Так, давай что-то купим. Я хочу посмотреть, будет хотя бы возможность купить мой дом или нет. Вау, как же все долго. Так, сколько? По 170, как зарабатывали, так и зарабатывают. Я им все тут, это, апгрейдую, вот стены поставил высокие, там, перегородки всякие. А они больше зарабатывать не стали. Да, давай новую дорожку что-то купим, что там, за 15 новая дорожка. А ну-ка. Я могу купить новую дорожку. И что? Есть, дорожка есть. Новый этаж могу купить или нет? Дверки есть на офисах за 14. А ну, больше стали зарабатывать? Ни черта подобного. Не стали. А за дорсы? Вот я им двери поставлю. Может, они за дверями станут лучше работать? Посмотри, какой высокий у меня дом уже. Сейчас, секунду. Так, двери поставил. 170, как зарабатывали, так и зарабатывают. Что у тебя, Кать? Высокий дом. Вау, Катя реально быстро. Подожди, Дед Мороз ты? У тебя Дед Мороз нет, наверху. Нет, это кто-то другой. А, кто-то к Кате зашел. Ну, Катя реально быстро прогрессирует. Я за все видео, вот я на этом вот уровне начал снимать. Привет. И за все видео я один этаж даже не закончил. Настолько он крутой и сложный. Что? Получил, что хотел. Нет еще. Смотри, на меня. Где ты? Кать, я хотел сказать, что туфли твои туда не идут, но эти, да. А ну давай вместе станем вдвоем. Вот так, встань сюда для меня. И, ти-ди-дин. Мы красавчики! Только я знаешь что? Красавчик. Да, мы красавчики. Только знаешь что? Ты это, ну, мужской костюм. Женского такого не бывает? Я знаю. А то ты сильно на мальчика похожа. Окей, я себя убила. Так, покупаем что-то. Я что-то купил. Cloud Island! 30 миллионов стоит, я могу купить Cloud Island. Ну не могу, сейчас мне надо заработать 30 миллионов, но это быстро. Где там мой этот, что там? Папа, а? У меня 2 миллиона в банк-аккаунте. Йоу, то есть ты уже миллионер, так, вот так, чу-чу-чу-чу, да? Катя миллионер, и я, сбывается моя мечта, я могу сделать Cloud Island. Окей, я уже 2. Мне надо дождаться всего-навсего 30 миллионов. И... Офис 1, офис 2, так круто, конечно. Но, что интересно, что последние апгрейды мне не дали ничего в плюс. Обычно все апгрейды мне дают плюс денег. А эти ничего не дали. Зато у меня есть Cloud Island сейчас, может быть. Cloud Island телепорт. И у меня есть Cloud Island. Но, к сожалению, на нем пока ничего нет. Кстати, сосед, где мой сосед? Ну, Склайдаул, короче, один из соседов, которого был Cloud Island, он куда-то уже пропал. Он вышел из игры. Поэтому я не могу показать, что именно, но это дом на облаке. Вот такой. Вот, у меня есть остров, осталось построить дом. Но я думаю, что дом мы можем строить уже, наверное, в следующем раунде, в следующем видео. Как думаешь? Окей. Ну, давай хоть что-то купим. Сейчас, хоть что-нибудь там купим. Ты, пойди на Cloud Island. Сейчас, секунду, я возьму денег и иду на Cloud Island. Дюнт. Да, я тут. Хай, Катя! Хай, Катя! Давай что-то купим. Вол, стены, крышу. О, есть мой дом! 10 миллионов стоит стен. А, так может я быстренько сейчас сделаю? Не, это будет долго. Сейчас они меня тут замучают всякие штуки покупать. Сейчас кресло быстренько куплю и все. Так, вот у меня есть 15-17 миллионов. Все, достаточно для хотя бы чего-нибудь. И... Что надо? Кресло, да, например? Да. И телевизор. Оу, не хватит у меня ни на что. Все, можно просто сесть на диванчике и смотреть в окошко за окошко, короче. За Катей. За Катей. Ну, Катю что-то не видно где-то, короче. Я сильно в облаках. Чтобы посмотреть на Катю, надо выйти из дома. Короче, моя мечта сбылась. Я сделал свой домик на облаке.
Это супер-пупер круто. Ставьте лайки за мои достижения, подписывайтесь на канал и всем пока-пока! Гадаю.